Перед вами сегодня выступит всемирно известный хор Московского Сретенского монастыря под управлением регента Никона Живы, а также прозвучат песнопения в исполнении церкви Таксальцов под управлением регента Лилит Григорян. А также вы сегодня услышите изумительный, редкостный бас диакона этой церкви Аванесса. Прошу вас слушать. Сегодня для вас будет звучать русская духовная музыка, русские песни. Начнем нашу программу с музыки нашего современника, католикоса, патриарха всея Грузии Ильи II, Кирия Рейса. Thank you.
гармонизации Павла Чеснокова «Воскресение Христово видевши».
нами Бог. Музыка Павла Чеснокова. Солист Иван Леонов. Oh.
հաշնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ծաղկազարդ երիշապումը։ Հայաստանյան ղեկավար և խմբավար Լիլիթ Գրիգորյան։ Կոմիտաս, Ահեր Ձայն Ընկերական։
Комитас Шаран.
Thank you.
пианист Станислав Медведев. Oh,
Тихие вечера.
Иван Миронов. Мы проехали очень много стран, больше 40, и эта песня была с нами везде. Эта песня для наших соотечественников, конечно, для всех гостей, но эта песня, наверное, одно из самых сильных олицетворений современной России. Споете с нами. Thank you.
Зарипов. Thank you.
Иван Леонов. Павел Пожидаев. Александр Параденко. Вадим Зарипов. Иван Леонов. Дмитрий Миллер. Хор Московского студенческого монастыря.
Мы очень рады быть сегодня с вами, с нашими дорогими гостями, с нашими дорогими соотечественниками. Мы очень рады вас приветствовать и петь для вас сегодня. В то же время я хочу поблагодарить организаторов и благотворителей, которые нашли возможность приехать сюда вместе с нами и спеть для всех вас. Мы благодарим Дом русской книги в городе Ереван и Сергея Сергеевича Дудкова. Спасибо. А также хотим выразить огромную благодарность нашим благотворителям Мгер Аветисян и Моника Плоян. Спасибо огромное, что вы сегодня здесь. Дорогие друзья, мы надеемся, очень надеемся. До новых встреч. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здравия, мира, добра. И по старой древней русской традиции мы желаем всем вам многих лет жизни. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. Спасибо.